Я, по-моему, ни разу за игру не сказал, что у тебя ВХ. Я задал вопрос, как ты узнал, что я там. А тут уж ты сам, блядь, додумывай. А вообще, еще одна пауза по какой-нибудь хуйне, и я дуэль не буду продолжать играть. Потому что искусственно сбивать раш, блядь, соперника, это такой грязный прием, блядь, которым даже нахуй иностранцы не пользуются. Только русские такие остались, блядь. Ну, слушай, я тебе сейчас ничего не говорил, не знаю, что ты там про себя подумал. Это уж твое личное дело. Я тебе вопрос задал. А тут уж, блядь, в твоей голове, как, что происходит, блядь, не могу за это отвечать. А она тебе прям через наушники так мешает сильно? Ну это охуеть. Да и пей еще. Или пока тебя убили, у тебя есть целых 5 секунд, чтобы, блядь, встать и открыть тебе дверь. А знаешь, блядь, сбивать раш соперника просто потому, что там кошка дверь скребет, блядь, это пиздец какой-то. Такой отмазки я еще не слышал, блядь. Реально, даже иностранцы так не делают. Вообще ни на одной игре, ни на дуэли, блядь, ни на КВ. Ни у кого паузы в какой-то хуйне нет, реально, если кого-то звонит телефон, блядь, и то крайне редко. Тогда они поставят паузу. Давай, рестарт. Thank you.
Бля, может ты сложишься уже, я заебался тебя стрелять. Наконец-то, блядь. Да ебись у тебя, блядь, шестое чувство работает, нормально я смотрю. Все ясно. Что же у тебя за рейты такие, когда тебе в голову стреляешь, кровище по всем стенкам, блядь, нихуя! Бля, где ж такие все чудеса на ланьке? Даже они, блядь, с ланки убиваются. Ёбаный насос.
да. А вот это ты как интересно знал, блядь, расскажи мне. Можешь даже на паузу поставить, написать, блядь, я разрешаю. Ничего, что я подпрыгнул, блядь, в этот момент. Все мы, блядь, знаем, ебать мой пенис, нахуй. Слышь, я пока подлечился, прошло уже секунд 5, наверное. Я подпрыгнул в момент, блядь, когда стрелял. У меня даже видно-то не было толком. А ты только вышел из угла и тут же выстрел, блядь. Нихуя себе. Это как так, блядь? Почему на лане такого нет, блядь? А что ж такое-то, нахуй? Куда все это девается, блядь, с лана? Все мы знаем, это пиздец. Так держать. Беги! Слушай, это уже, блядь, даже не смешно. Сука, где весь скилл на лане, блядь? Что ж такое? Как вот ты объяснишь, блядь? Почему у меня нихуя не пропадает, блядь? У тебя что-то как-то пропадает резко, блядь, на лане все. Способность убивать, способность угадывать, блядь. Где все это? Yeah.
Да пиздец, конечно. Сколько? 15? Ну, это с учетом аптечки. Заливаешь и кидаешь. Заебался я уже, блядь, все. Терпеть. Нахуй, в таких очевидно.